Но вот с кем еще, Олег, с кем еще можно сказать, что вот всегда приятно и удобно было работать? Вы знаете, я вот, когда работаю с композиторами, с другими, я так ценю вот эти отношения, когда человек улыбается, когда человек по-дружески настроен. Когда и... у него жена блондинка красивая. Понятно. Это, кстати, я следующая исполнительница. Да, конечно. Ну вот есть у меня такие друзья, но я могу их назвать. И песни от такого общения, и песни рождаются красивые, солнечные, такие, которые потом люди любят и поют их долго, потому что в них заложена аура, вот теплота человеческого общения и желание сделать вместе какое-то очень хорошее дело и подарить людям. Это кто, о ком я бы мог сказать, это они сейчас ждут своего выхода на сцену. Это Гена Маркевич, композитор, и его жена Оля Плотникова. Я их очень люблю. Мчится время, все быстрее и быстрее мелькают дни. Дни приносят огорчения и сомнения, но не гасит даль огни. Где-то там в потоке будней дел обычных встречу я тебя, ты ступишь на порог. Легким жестом надо мной развеешь тучи, дашь мне все, что до тебя никто не смог. Рано или поздно, рано или поздно, может ночью звездной, может в свете дня. Рано или поздно, рано или поздно, ты придешь и скажешь: здравствуй, это я. Встретимся однажды. Ты же нужен мне, я не устану ждать. Как глоток воды для утоления жажды, никогда не перестану повторять. Рано или поздно, рано или поздно, может ночью звездной, может в свете дня. Рано или поздно, рано или поздно, ты придешь и скажешь: здравствуй, это я. Это я. Здравствуй, это я. Здравствуй. Мои замечательные авторы. Геннадий Маркевич. Олег Жуков. Олег, какой? Дорогой наш человек, дорогой наш друг. Ну какой хит написали, ребят. Ну это же можно просто с ума сойти. Вот огромное спасибо, ребята. Олегу Жукову за хитовый текст. Спасибо, Олежка. С огромной любовью, с огромным уважением, счастья, здоровья, в любви, благополучия и новых совместных работ. Я умру сегодня, ребята, от этого всего, от этого искренности. Я счастлив сегодня. Олег Жуков! Спасибо. Это посидите тот случай, когда хорошо. Геннадий Маркевич не выдержал и выбежал с цветами на сцену еще до конца песни. Геннадий Маркевич!